Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Махмутлар. Нашел очень хороший вариант, двухкомнатную квартиру, 1+1, 55 квадратных метров, обставленная за очень хорошую цену. Быстренько сниму инфраструктуру, я уже снимал этот проект. Еще раз отсниму и покажу вам всю инфраструктуру. Квартира находится также на высоком этаже, у него очень хороший вид. Вот такой бассейн. Детская игровая площадка, присутствует у нас генератор, там зона отдыха, просторная беседка, также зона барбекю присутствует в той стороне. Открытая парковка здесь также, есть фитнес, вот такой фитнес-зал, теннисный стол, там душевые кабинки и санузлы. Расстояние до моря максимум 600 метров, дорогие зрители. Просторный бассейн, как вы уже видели. Вот. И там у нас открытая парковка. Вот. Вход отсюда, в эту резиденцию. Присутствует у нас два лифта. Вот такой просторный лифт. Так. Вот здесь у нас лестничная площадка, проход вниз. Вот наша квартира, обставленная. Здесь вот такой санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Вейта. Здесь такие вот встроенные шкафы, стиральная машинка фирмы Altus 3++, здесь у нас холодильник, здесь кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Света нету, так как нужно взять абонемент, переоформить. Вот такая обставленная квартира. И вот наша спальня, 55 квадратных метров. Платяной шкаф. Так. И покажем сейчас балкон. Вот такой балкон. И вид на античный город Наула. Вид здесь никогда не закроется, дорогие зрители. Почти видно море со всех сторон, вот между зданиями. Глазами я вижу более-менее ясно. Также видно отсюда крепость Алании полностью. По вечерам там хорошее освещение. Хочу подвести итог о этом проекте. Проект сдан в этом году. Новостройка. Квартира находится на высоком этаже этого проекта. 55 квадратных метров квартира. Инфраструктуру вы уже увидели. Цена этой квартиры 56 500 евро, дорогие зрители. Торопитесь. Очень мало осталось таких квартир обставленных. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если все еще не подписались, комментируйте. С вами была Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.